метео прогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. 13 марта, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 2 градуса мороза. Днем плюс 2. Ясно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 779 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 13 марта Василий Капельник. На Руси в этот день принято приносить в дом сосновую ветку. Она очищает воздух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовили целебные настои. В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Придет Василий, и зима заплачет». На сосульки смотрели для предсказания урожая. Так длинные сосульки обещали долгий лен. А я желаю вам солнечного весеннего настроения. До свидания!